Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Всем привет! Мене звати Олег Кіцюк, я студент, зараз учусь в Києві. Хочу вам розказати двох словах про одну тему, яку ще займаюся. Тема топлива бізнесу в інтернеті. Майже весь бізнес ведеться через інтернет. Час від часу тут, правда, збираються активні люди на таких заходах, як зараз ми в Криму зараз працюємо і відпочиваємо. Тут з різних країн, з Індії, з Італії, з Ізраїля, з Росії, Білорусі люди всі працюють тут і учаться. Чи я б цим взагалі зайнявся, то що потрібні були гроші, і зараз треба вони. Живу сам на себе, немає кому підтримати, заручусь як можу. І друг скинув мені таку силочку з інтересним предложенням, яке я спочатку, в принципі, не розглянув, бо щось не повірив. Потім все-таки прийшлось мені роздивитися подетальніше і зацікавила мене ця тема. Зараз вже є деякі результати, поки що не дуже інтересні, але будемо старатися. Хочу показати просто декілька людей, які тут вже дійсно щось працюють і так просто перших нарядом сидів. Молодий парніша Денис. Да, здравствуйте. Здравствуй. Ваші вопроси. Вопроси? Покажи, пожалуйста, що ти там заробляєш. Бо люди просто-напросто не вірять, що можна в житті взагалі такі гроші заробляти. Та не можна. Вот смотрите, сегодня с утра, только утро у нас началось в Крыму, вот уже $60, 67.50. Вчера было $200, 207.50. Ну и в принципе, где-то вот так в районе 200, 300, 400 каждый день. Вот я вам сейчас покажу комиссионную, секретную информацию такую. Да, вот смотрите, уже возможно в первые месяцы работы вашем в этом бизнесе, вот я в мае месяце зашел, вот видите, 740, следующая неделя 240, следующая неделя 330, следующая неделя 860. То есть если вы правильно начнете работать в этом бизнесе, у вас уже будут вот такие доходы. И каждую неделю у меня вот были. На сегодняшний год. Да, и спустя год, вот, пожалуйста, 1700 в неделю, вот 4 число, вот 11 число уже 1480, вот 18 1800, 1400 и так далее, и так далее, и так далее. То есть все реально, ребята. То есть смысл как бы заняться. Я понял. Изучайте, заходите, смотрите, разбирайтесь. Слушайте ваших людей, которые вас пригласили в этом бизнес. Еще, Денис, скажи, пожалуйста, зачем ты этим как бы... Зачем я занялся этим бизнесом? Да, вот. Чтобы гроши зарабатывать. Чем ты занимался до этого? Как бы? Ну, я работал, в принципе, директором ресторана, у меня был свой бизнес в Москве. Но дело в том, что вот этот бизнес, он, как знаете, другие возможности дает. Во-первых, это стабильный доход твой, от твоего бизнеса, который постоянно растет. Здесь нет ограничений по заработку. Ты можешь его развивать. Это очень большие деньги. Я видел людей в этом бизнесе, встречался с Америки, с Англии, которые мультимиллионеры уже в этом бизнесе. Вот. Плюс этот бизнес дает реально свободу. Ты можешь путешествовать своей семьей, имея вот просто ноутбук с собой, где есть интернет, ты можешь координировать, управлять, смотреть, выводить денежки. Спасибо, Денис. Спасибо. А ну, Андрюх, відірвись на секунду від цього. От, пацан работает, бачиш? Покажи, як работає. Вся робота. Ну, видите, футбол, смотрю. Поэтому у меня и чеки меньше, чем у Дениса. Покажи, что ты тут. Ну, что-то есть. Конечно. Ну, люди как бы ходят за такими чеками даже на работу за месяц. У меня вот бывает, вот видите, чек в неделю, да, это в неделю, вот бывает 300, 210, 150, 235, вот последние, по 100, 110, 150, но это только с одного номера, у меня таких бизнеса два, веду сразу, поэтому даже ленивым можно делать, так что стройте, бизнес для ленивых. Спасибо, Андрей, спасибо. Дякую. Ну все, бачили, що тут робиться. Якщо комусь інтересно, комусь хочеться заробляти гроші, ссылочку я дам, звертайтесь, будемо працювати. Все, до свидання, удачі.